А всем привет, дорогие друзья, с вами снова Мифи, и сегодня мы продолжаем играть в игру по названием Сталкер. Ну и прошлая серия остановилась на том, кстати, вот тут вот патроны, пожалуй, заберу. Прошлая серия остановилась на том, что мы пришли к Сидоровичу и толкнули ему весь товар, который у нас был. Так, в этот раз, давайте, пожалуй, вот это вот задание откажемся и возьмем другое. Так. Притащить хвост псевдособаки, убить торгового представителя, зачистить местность от мутантов, найти артефакт каменный цветок. И эти задания мне не интересны. Ну, давай зачистим местность от мутантов. Дело есть, не очень тяжелое. Ко мне тут туриста иностранного привезти хотят. Он деньжат моим корешкам подкинул, чтобы на зону посмотреть. Ну и там, где водить его будут, надо почистить район от мутантов. Возьмешься? Ну, в принципе-то, да, давай. Для начала надо посмотреть, где это на карте находится. Так, да, это оно, получается, мне вот туда вот надо. Ну, побежали, в принципе-то, 230 метров бежать. Не так уж и много. На, собака. Ты чё? Не-не-не, я пошутил. Ладно, я понял. Тут надо брать калаш, перезаряжаться. Ну уж, давай. Подходи, собака. Кто ко мне подойти хочешь? Ты что ли? Ты подойти хочешь? Так, ладно, давай. Почему они не боятся пуль? Им вообще пофигу на пули. Типа, они пока не умрут, они не убегут. Так, и вот тут вот надо зачищать все от мутантов. Но каких? Где здесь мутанты? От собак этих, что ли? Ты где? Я слышал эту собаку. Но не вижу где. А, вот. Наверное, это они. Убил? Да. О-о-о! Пу, ты кто такой? Ё-моё, какой-то волк огромный. А, я убил его. Кто это такой вообще? Ё-моё. Так, ладно, опасное дело, конечно. Я немного не понимаю, что они от меня хотят. Где здесь мутанты? Стоп. Вот еще. Наверное, от таких мутантов зачищать надо. Так, стоп. Вот ты где, псина тупая. На. Сюда иди. На. О, все, готово. Так, окей, сейчас мне какую-то награду дадут. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Да ё-моё. Я сейчас чуть такой жесткий душ с радиацией не принял. Фух, ладно. Тихо-тихо, но я до сих пор могу принять его. Тихо-тихо-тихо. Не надо это делать, радиация. Вот, ну не надо вообще радиация мне сейчас. Так, а, так вот, я уже прям рядом. Ну, здорово. Здорово. 4 задания, ну, кстати... Устранить двух бандитов на свалке. Это новое задание. Ну, кстати, звучит прикольно. Ну, давайте лучше вот это вот. Берусь. Все. Ну, погнали. Ну, погнали, почему бы и нет. Охоты, попробуем за эту серию 3 задания выполнить. Так, куда мне? Куда мне надо? Убить сталкера. Да, вот это вот. Ой-ой-ой, далеко. Так, а, кстати, я не прочитал. Прикинь, тут недалеко крутится какой-то чудак, который представляется моим торговым представителем. Пользуется, значит, моей репутацией, а потом толкает не кондиционку, а сломанные стволы, разваливающуюся броню, просроченные консервы. У меня тут уже было пару разборок с недовольными. Короче, мне нужен человек, который пообщается с торговым представителем, вплоть до некондиции. Понятно. Ну все, тогда бежим. Стоп, не бежим. Метку на карте, пожалуйста. Спасибо. Километр почти бежать. Ой-ой-ой, ну ладно, побежали.
Так, это какой-то желтый человечек. То есть нейтральный. Так, тихо, оружие тихо, убрал. Тихо. Паша Индеец, ты чего пустой? Тоже что ли с этими гавриками под мостом встретился? Вот ведь плохие люди. Меня вообще сейчас чуть не раздели. Хабар им почти весь отдал. А они сидят себе жируют. Что бандюки, что вояки эти на блокпосту. Разницы ноль. Но я же ведь их всех убил, ты что? Что можешь интересного рассказать? Да я как-то и не в курсе последних событий. Больше ничего не знаю, ладно. Ну давай получается тогда. Ну вот это вот я, пожалуй, обыщу. О, артефакт! Что за артефакт? Так. Радиация плюс 5. Медуза артефакт, который надо было этому принести. Образуется в аномалии трамплин. Формирует слабое защитное поле, побочным эффектом которого является легкое излучение. Артефакт широко распространен и недорог. Ага, ладно. Окей, окей, окей. Кто-то за мной бежит. Нет, не бежит. Вот так вот просто взял и нашел артефакт, который мне надо. Там какое-то животное. На. Ладно, это стая собак, походу. Лучше. Так, там теперь труп. Стоп, мне надо туда. Но перед этим надо взять калаш в руки. Пошел отсюда. Кто еще? Давайте. На, кто еще? Подходите по очереди. Не стесняйтесь. Так, уже минус 3. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кто еще? Давай. Куда бежишь? Куда бежишь? А ну стоять. Куда это мы... О! Помощь надо. На, на, на. На, на, на. Тихо-тихо-тихо-тихо. Какой-то плохой человек. Да ты умрешь или нет? Все, убил. А, и это какой-то плохой человек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Автомат какой-то был, ладно, лутаем, лутаем, лутаем. Автомат, дай-дай-дай-дай, автомат, автомат, где? Я взял его. О, это какой-то новый. Так, давай. Перезарядочка. Где ты? А, вот ты. О-хо-хо-хо, нормально так летит. Я его убил, да? Я его убил так быстро. Ё-моё, так, пожалуй, это я возьму этот автомат. А, тут труп был какой-то, да? Да, вот. Водка и патроны. А, так. Это я заберу. Это вот тоже я все заберу. А, это мне не надо. Тащи, тут пусто просто. И вот тут вот еще пистолет и опять водка, колбаса, бинт и патроны. Опа, привет. Пока. Кто еще? Пошел. Ай-яй-яй, радиация, аккуратно. А, так, все-таки давайте возьмем калаш. Волк, фабрику зачистили. Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Так. Тут есть свои и серые кружочки. Ладно, он умер. А, ну давайте залутаемся. Да успокойся ты, не убью я тебя. О! А, гадюк опять называется этот автомат. Да что ты хочешь? Ты ствол-то убери. Убью сейчас вас двоих, твари. Ты ствол-то убери. Кто вы? Стоп, кто они? Кто они такие? Оружие опусти, мужик. Ладно, ладно. А, ранг. Опытный, группа, одиночка, отношение нейтрал. Что можешь... А, так, ну ладно, это неинтересно. У них групп нету даже. А знаешь что? Пошли вы нахуй. Вот и все. Ибо нефиг тут выпендриваться. Ты кто такой? А ну-ка, стой. Кто ты такой? А... Стой, 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 стой. А, Борька кто? Борька Жмот. Группа одиночка, новичок. Убирай оружие. Да ты тоже иди нахрен. А, мне его и убить надо было. А, реально, мне его и убить надо было. То есть это нехорошие люди были, а? Окей, тогда... Тогда хорошо, что я их всех убил. Так, ну получается... Стоп, а что это такое? Тут еще какой-то кружок, давайте туда сходим.
О, стоп, 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 стоп. Ой. Давай, перезарядка. Ба, ба. Есть что-то? Блин, нету, ладно. Зря только патроны потратил. Что? Шкафчик, в котором ничего нету. И тут не могу, нет, не могу открыть. А, дверь, точнее, о! Гондурасы! Ты чё, ты чё, ты чё? Не надо, не надо, не надо вот это вот. Лутаемся. А, стоп! Спасибо, быстрее надо! Тихо, 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 тихо. Ё-моё! Это, походу, какие-то бандиты и... Привет, спасибо, друг, ты мне очень помог, я этого не забуду. Юрик, а что здесь происходит? Мы пытаемся очистить свалку от бандитов, сейчас мои друзья неподалеку... Опа, так, стоп. Неподалеку ждут рейд бандитов, чтобы остановить их. Если бандиты станут контролировать эту свалку, то ни для кого не будет прохода. Так, в глубины зоны, секунду, пожалуй, заберу это все. Чаще я их облутаю, тогда пойду уже к ним. Давай я помогу. Понял, принял. Надо быстрее идти помогать. Помогать, помогать, помогать. У меня двухстволка. Ща я доползу только и помогу. Подожди. Я зайду в спину. Я маслину поймал. Маслину поймал. Пацаны, выручайте. А что мне с ним делать? Типа добить? Но я ничего не могу сделать. Ну давай. Ладно. А, я слишком перегружен. Ой-ой-ой, так ладно, надо что-то выбросить быстрей. Ну давай, калаш. И пару аптечек выбросим и одну используем. Все. Что мне? Почему у меня двухстволка? Мне вот это вот надо. Перезарядка. Так, привет, ребята. Привет, сталкер, ты как раз вовремя. Нам сейчас очень нужна твоя помощь. Бандитское отродье пытается получить контроль над свалкой. Здесь полчаса назад была драка, троих уродов мы положили. Остальные братки отступили, но явно вот-вот вернутся с подкреплением. Нас мало, и лишний ствол не помешает. Продолжай. Мы им тут устроили... Опять эта хрень, мы им тут устроили им засаду. Мы тут устроили им засаду. Они пойдут со стороны НИИ Агропром, с запада. Если поможешь нам уничтожить их подкрепление, то я в долгу не останусь. Хорошо, помогу. Ну и в принципе-то все. До встречи. Ответь на... Что там что-то было, ладно. У них ничего нету. Ну так, может быть, пошли отбивать это? Все, это точнее. Ты сперва пушку спрячь. Да ты чё, ладно. Идут, они идут. А, все, идут, идут, ладно. Надо идти хелпать. Бежим. Возьми пушку, куда нож взял. Они идут. Они идут! Может быть, мы пойдем? Ладно. Видимо, они не сильно хотят отбить атаку. Куда мы лезем? На! Это все? Это все? А, нет. На. Тихо, 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 тихо. Ай-я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 й. Тихо, тихо, тихо. Двухстволка у него, ай-яй-яй-яй, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Быстрее тоже пушку взять эту. Я устал слишком, погодите, ребята, я устал. Получай, 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 получай. Давай, давай, умирай, умирай, умирай. Ты уже раз пять попал по нему. Все, а, все отбили? Это точно все были? Молодцы, мужики, мы их одолели. Всем отдыхать. А это реально все были? Окей, сейчас, так, секунду, я сначала их облутаю всех. Так, что у меня? Давайте, пожалуй, сколько двухстволка стоит? 400 и весит 2 килограмма. Выбрасываем. Вот так вот калаш возьмем. По 1100 каждая стоит, ё-моё. Вот эти вот автоматы, пожалуй, я буду брать.
Дальше, вот это вот все выбрасываем. В принципе, пистолеты. Они весят много и стоят дешево. Это такое себе. Это берем. И вот эти вот все патроны. А сколько, кстати, патроны весят? А ну-ка. А, стоп. Вот эти вот все патроны. 0,19 всего весят. 718 патронов. Лол, я думал больше. Ладно, забираем, забираем. А граната сколько весит? А ну-ка, интересно. 0,35 килограмм. Ну ладно. Это забираем. Автомат. Сюда его. И еще вот тут вот труп. У него была двухстволка. Это вот мы все забираем. Все, и надо пойти поговорить с этим их главным. Так, ладно. Идем, получается. Мы выполнили уже 3 задания за эту серию. Это прям вообще хорошо. Ой-ой-ой, это, походу, один из этих людей. А, нет, это враг какой-то. Бес, спасибо, друг, ты нам очень помог. Деньгами возьмешь благодарность? Возьму. Держи. О, 2000 денег. Нормально, спасибо. Я достаточно много знаю, могу поделиться информацией. Спасибо, мне от тебя ничего не надо. Что это за место? Расскажи о себе. Давай, что это за место? Свалка. Место, где нам самое место. Видишь, куча всякого хлама. Туда лучше не ходи, там радиоактивные отходы. Счетчик Гейгера, как соловей, поет. Тут единственный удобный проход вглубь зоны. И последнее время здесь стали активизироваться бандиты. Дальше, куда ходят опытные сталкеры, где территория долга, они сунутся бояться. А здесь шакалить, обдирая молодняк, милое дело. Так что если всем наплевать, приходится опять браться за оружие. Продолжай. Это моя жизненная позиция везде, а тем более здесь необходимо оставаться человеком, а не скотом, у которого есть одна цель, жажда наживы. Какие-то крупные постройки на свалке есть? По центру стоит большой заброшенный ангар, там в принципе достаточно тихо, в крайнем случае можно и переночевать. Если пойти на запад в сторону агропрома, там лагерь бандитов. Именно оттуда и шли эти отморозки, которых мы недавно постреляли. Но я чувствую, что это далеко не все. Спасибо. Ну, в принципе, все. Давай, получается. А, стоп, отторговать можно? Я могу артефакт продать. А сколько вот ты за артефакт это дашь? 650. Ладно, а вот давайте, аптечка. Ну, он также дает за все. Ну ладно. А вот за одну бутылочку водки 20 рублей. Ладно. Ну, гранаты тебе не надо. Ну и ладно, давай тогда. Ну да, в принципе, все, бежим к Сидоровичу. Фух, все, я у Сидоровича, отлично. Закрываем. Принес. Да, да, да. Так, я по поводу задания. Задание выполнено, а вот и гонорар. Получен предмет «Выверт», получен предмет «Радость туриста», здание выполнено, убить сталкера. Ну, получается все, торговать. О, вот это вот, «Выверт», находится около аномалии типа воронка, при контакте с телом распространяет направленное излучение, защищающее от царапин или ран. Нанесенный холодным оружием, такой артефакт найти несложно, поэтому деньги за него и небольшие дают. Ну ладно. Так, задание мы у тебя выполнили. Теперь давай поторгуем. А вот как? Ты вот можно вообще? Консервных банок насобирал. Можно вообще как-то патроны вытащить из этой штуки? Ладно, наверное, нет. У тебя денег миллиард, как я понял. Ну давай. На. Что? 201 всего. Там же 1100 стоит. Блин. Ну я пока что не знаю, куда это все девать, поэтому ладно. Все-таки ему продам, но нет, стоп. За это ты мне дашь 600 примерно, да? А если это? Тоже где-то 600. Ну ладно, артефакты эти мне не надо. Радиация, вот гранаты мне не надо особо. Ну за гранаты он мало дает, ладно, 3 штуки оставлю себе. Пару аптечек можно тебе дать вот так вот. Вот так и вот так вот как-то. Ладно, нет, все-таки вот так вот. Что еще? Патроны. Еще патроны. Еще патроны. Дальше еще патроны. И еще патроны. Ну и в принципе... А, ну и бинтов пару можно дать. Хотя они вообще копейки стоят, ну ладно. Дробовик. О! А патроны от дробовика нормально так стоят. Стоп. Я даю... 10.
А тут 32. Что? Стоп, я даю 10. А эту 10. А, ну да, ладно. Ну, получается, все, давай торговать. Неплохо. Сюда хороший мне денежки. Товар. Так, ну и в принципе-то, думаю, можно выполнить еще одно задание от него. Ё-моё, этих заданий тут бесконечно. Убить сталкера-новичка, устранить двух бандитов, притащить хвост псевдо-собаки. Ну давай вот это вот. Зима скоро, а что зимой там на большой земле бабы носить любят? Правильно, меха носить они любят. Вот и пошла мода новая. Из хвоста псевдо-собак аксессуары всякие делать. Шерсть там какая-то особенная. Короче, есть заказ на такой хвост. Возьмешься? Конечно, берусь. Ну, получается, погнали. Еще притащим хвост. О, сталкер! Тут тоже какой-то поселок есть. Сюда, сталкер, иди. Кто таков? Опа! Сюда! Так. Если хочешь победить, лучше нападай первым. Почему вот они не умирают? Сколько я в него пуль уже высадил? Я в него обойму высадил, чтобы он умер. На! На! Да давай, все! На, 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 на! На, 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 на. Тут целая база их. Тихо, 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 тихо. Убил. Патроны, патроны, все вот это вот забираем. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, стоп. Да-да-да-да-да-да, берем калаш. Перезарядка. О, это какая-то база их целая. Да откуда вы? Их там очень много. Вы чё, угораете? Ладно, ну вас нахрен, пожалуй. О! Сюда. Это какая-то их база целая. Так, стоп, кабан, сюда иди. Ну это вряд ли псевдо-собака, но все равно проверим. Ой-ой-ой, еще один. Еще один, аккуратно. Нет, это не псевдо-собака. О! Сюда! Артефакт! Я какой-то артефакт взял. Медуза. Так, окей, хорошо. Артефакт мне надо. Они сюда идут. Ну, в принципе-то, если я так буду попадать по ним... Что-то не особо похоже, что я попадаю. Ладно, что-то реально я по ним не попадаю немного. А, ладно, побежали вот сюда, вот попытаемся эту собаку найти еще быстренько. А, вот и похоже она. Надеюсь, что это она. А ну иди сюда. Ты мне. О, она не одна даже. Тихо. И как? Ладно, походу это не эта собака, а такая белая еще есть. А что за человек тут? Ты кто? Так, а кто ты такой? О! Оружие убрал. Тошка спирт. Ладно, ладно, тихо. Федор Праведный. А что можешь интересного рассказать? Здесь одна фабрика старая недалеко, а так мы с нее бандюков выбиваем, выбиваем, а они каждый раз опять возвращаются. И месяца с последнего раза не прошло, а они уже тут как тут. Ты вообще поосторожней-то. Вот, какие-то собаки и человек какой-то. По-моему,
можем его, почему бы и нет. Пошел отсюда. Так, кто-то такой. Тихо, перезарядка. Только по мне не попади там. Пошел. Так, кто ты такой? Тихо, не надо мне обучить. О! Пошел! Это, кажется, оно! Это она, да! Это же она? Обыскать труп. Я немного не понимаю, как мне этот хвост забрать. Может, ножом как-то? А это же оно, да? Описание. Описания нету. Так, стоп. А если я вот это вот выберу? Да, вот это вот. Не понимаю. Я сейчас, пожалуй, загуглю. Блин, короче, я понял. Ладно, 20% шанс на то, что появится в инвентаре псевдо-собаки. То есть еще и шанс не такой большой. Ну ладно. Давайте тогда тут поищем еще немного. Все-таки тут была одна собака. Может быть, будет и вторая. Вот. Кто это? Стоп. Сюда иди. Это обычная собака, ладно. Радиация, тихо. Где ты? Где эта радиация? Там что? Не понимаю где. Вот то что ли? Ё-моё. Меня убивает. Быстрей кали эту штуку себе. И хиляйся. Меня чуть не убила эта радиация сраная. Фух, ладно. О. Кто таков? Он свой... О! Хвост собаки. А мне надо хвост псевдо-собаки. Стоп, а сколько стоит этот хвост? 500, ого. То есть еще стоит обыскивать собак. По-моему, я там вижу псевдо-собаку. Фух, ну и все, получается. Идем к Сидоровичу. К сожалению, это задание мы выполнить не смогли. Есть что? Ну, давайте продадим. Так, торговать продадим. Сколько артефакт один? 650. О-хо-хо-хо. Это хорошо. Так, вот это вот тоже 650. И, конечно же... Неплохо. Ну и, конечно же, давайте посидим тут немного. Здорово, что у тебя выходит. Сюда. Все, завязывай. Давай анекдот на конец серии. Давай, надо срочно сталкерский анекдот. Короче, анекдот. О, давай. Приходит новый русский к сталкеру и говорит: слышь, ты, мне артефакт нужен. Золотая рыбка называется. Хочу, как все братаны, чтоб на шею носить. Так ведь он радиоактивный. Слышь, ты чё мне мозги паришь? Радиоактивно, радиопассивно. Я ж не в трусы засу... Класс. Фуфло. Допустим. Сальца бы хорошего сейчас. С черным хлебушком свежим. С чесночком. О. Полностью согласен. Так, давайте-ка послушаем, что они еще говорить будут. Американского насмотрели. Оставил бывалый сталкер свою машину в кустах. Только уходить. Видит, рядышком с ней уже кровосос ошивается. Ну, сталкер ему и говорит: валил бы ты отсюда, пока цел. А тот обиделся. 100 лет, мол, мне твоя машина не нужна. А сталкер ему отвечает: машина, может, и не нужна, блин. А вот похабщину нацарапать на ней — это вы мастер. А хорошо. А где смеяться-то? Ладно. Ну и, в принципе-то, все. Под конец серии послушали 2 анекдота. Ну и, в принципе, нормальная серия получилась. 3 задания выполнили. Походили, побегали, да, поубивали точно. Собак. Музыкант из тебя. Всяких еще сталкеров. Тот. В принципе, ладно, давайте. Ну и все. Тогда на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Мифи. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.